Между тем, директор Департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса «Ямала» Михаил Гилев в среду на заседании Ноябрьской городской думы говорил о том, что в этом году фонд содействия реформированию ЖКХ выделяет сотни тысяч рублей как раз на переселение ямальцев из ветхого и аварийного жилья. А вот программу по капремонтам фонд отодвигает на второй план. Красноречивее всего об этом говорят цифры. Средства фонда, или точнее программа фонда по проведению капитального ремонта на данный момент сворачивается. То есть мы видим, что по сути средства стремятся к нулю. В основном фонд сосредоточен сейчас на программе переселения из ветхого аварийного жилья. То есть фонд голосует деньгами. Для сравнения могу сказать, что средства фонда на этот год на капитальный ремонт порядка 20 миллионов рублей всего лишь на весь округ. При том, что программа переселения из ветхого аварийного порядка 400 миллионов рублей. Вот для сравнения, просто понятно, какие приоритеты сейчас стоят